В настоящее время фондом недвижимости совместно с частными застройщиками в рамках программы реализуется 5 проектов жилищного строительства с общей площадью жилья 390 тысяч квадратных метров. Дополнительно фондом недвижимости прорабатывается 12 проектов жилищного строительства, сводных в эксплуатацию в 2013-2014 году 315 тысяч квадратных метров жилья. Реализуемые уже сегодня начатые проекты фондом недвижимости — это первые 2 проекта строительства 2 очередей жилищного комплекса «Асыл-Арман» в Алматинской области, пригородная зона города Алматы. Общая площадь жилья составляет 261 тысяча квадратных метров. С вводом в эксплуатацию в 2013 году планируем 61 тысячу сдать и в 2014 году 200 тысяч. Третьим проектом является проект по строительству в первую очередь жилищного комплекса в Юнит-Сити, город Актобе. Общая площадь жилья 26,9 тысяч квадратных метров, ввод в эксплуатацию в этом году. Четвертый проект – это строительство жилищного комплекса «Шыгыс», город Астана. Общая площадь жилья 85 тысяч квадратных метров, с вводом в эксплуатацию в 2013 году, то есть в этом году планируем 58 тысяч, и в 2014 году 27 тысяч квадратных метров жилья. Последним проектом является проект по строительству многоквартирного жилого дома города Астана. Общая площадь жилья 14 тысяч квадратных метров. Планируем ввод в эксплуатацию объекта в 2014 году. Уже начата работа по строительству объекта, запланирована на июнь месяц. На следующих двух слайдах приведены проекты жилищного строительства, планируемые к реализации с участием фонда недвижимости в 2013-2014 году. Это в основном проекты с высокой степенью проработки, наличие утвержденного эскизного проекта, земельного участка под строительство, инженерных сетей, наличие или корректировка ПСД в таких городах, как Астана, Алмата, Усть-Каменогорск, Тараз, Караганда, Кызылорда и Шымкент. Мы ждем только от них госэкспертизу. В целях успешной реализации вышеназванных проектов, пользуясь случаем, хотелось сказать, что необходима поддержка местных исполнительных органов по решению следующих вопросов. Первое – это обеспечение все-таки строительства магистральных инженерных сетей по проектам. Второе – мы начали строить крупные жилищные комплексы, и там просто необходимо строительство, чтобы было запланировано строительство социальных инфраструктурных объектов, то есть дошкольные учреждения, школы, больницы, в районах реализации крупных проектов с участием фонда недвижимости. Таким образом, всего в 2013-2014 году в рамках данного проекта планируется ввести в эксплуатацию 500 000 квадратных жилья фонда недвижимости, в том числе 150 тысяч квадратных метров жилья аренда с выкупом. То есть в этом году мы планируем 120 тысяч, общая площадь будет введена 120 тысяч, в том числе 60 тысяч арендного жилья. И на следующий год 380 тысяч, из них 90 тысяч арендного жилья. Спасибо, у меня все.